Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Кстовский спорт». Сегодня мы расскажем о спортивных мероприятиях, которые проходили в городе Кстово. 2 сентября в лесу на Пятачке прошла открытая тренировка Ассоциации боевых искусств и единоборств. В мероприятии приняло участие более 300 человек. Были представлены виды спорта айкидо, тхэквондо, тайский бокс, йога и фитнес. Основные задачи ассоциации – это развитие и поддержка восточных единоборств традиционных, соответственно, развитие массового спорта, физкультуры, то есть такие вот акции, флешмобы. А сегодняшним мероприятием вы довольны? Ну, у нас в нашем городе это впервые. На мой взгляд, получилось неплохо. Скажем так, люди вроде как довольны. Вот, думаем, что в дальнейшем это будет повторяться и желающих будет гораздо больше. То есть мы готовы. В процессе даже как бы в начале в самом уже люди подходили, интересовались. То есть, и если можете вот посмотреть на татами, детишки, которые не в кимоно, это люди, которые хотят попробовать, может быть, даже и придут заниматься. Ваши пожелания тем, кто еще к вам не присоединился? Ну, лозунг ассоциации «Выберите свой путь». Сентября в Международной олимпийской академии спорта состоялся праздник «Кстово. Город спорта». В спортивном празднике были представлены виды спорта, которые культивируются в нашем городе. Это тхэквондо, хоккей, футбол, бадминтон, удо, шахматы, самбо, боевое самбо, дзюдо, бокс, тайский бокс, айкидо, полиатлон, лыжные гонки, художественная гимнастика. По окончанию показательных выступлений проходила запись детей в спортивные секции города. В спортивном празднике приняло участие около 700 человек. Мы собираем все наши спортивные организации в городе, клубы, спортивные школы, ну, все, что у нас есть, секции разрозненные, которые имеют государственное финансирование, не имеют. В общем, мы практически всех собираем и показываем людям, чтобы они могли выбрать и определиться с той секцией, которой им хочется заниматься. Вот. Ну и, конечно же, мы планируем как по максимуму привлечь детей, и, конечно же, в нашу спортивную школу, ну и во все другие спортивные секции. Подготовку к этому мероприятию мы начали задолго, мы уже начали с 1 сентября. Зал борьбы, вот он, к нему все привыкли, мы вот немножко новые декорации попробовали ввести, ну, настолько, сколько смогли. Вот. И еще что интересно, то, что сегодняшнее мероприятие готовили сами тренеры и их дети. То есть это действительно коллективный труд, это несколько, не как вот, как, это не то, что спустили сверху, то есть это как бы
Это то, что снизу идет, на самом деле. Вот, это все делают. Замечательное выступление. Значит, это замечательно, значит, организовал администрация города. Хороший праздник. Я думаю, что это принесет большую пользу городу. Не только городу, но и всем жителям города. Потому что детишек надо приобщать к спорту. Это очень важно. Не только для самих ребят, но, я думаю, для общей области в целом. Большое спасибо нашим всем организаторам. Понравилось. Всего хочется. И художественная гимнастика понравилась, и самбо понравилось. Все сделали очень прекрасно, красиво и приятно было всем посмотреть на все. Нужны такие мероприятия, и детям это приятно, и они видят, и меньше маленькие дети приходят, и им интересно, и они занимаются очень хорошо. Спорт он нужен для общения, главное, для здоровья. Они на улице не бегают, общаются все вместе. Мы очень рады, что у нас проходят такие мероприятия. Действительно здорово, что представлены все виды спорта в нашем маленьком городе, но очень насыщенным спортом. И действительно можно сказать, что наш город – спортивный город, город побед, успехов. Хотелось бы надеяться, что все родители, которые привели сюда своих ребят, вырастут будущих чемпионов. Нам все очень понравилось, и мы решили, что когда у нас обязательно будут дети, мы приведем их все сюда. Достаточно ответственные, достаточно интересные все мероприятия, что показали здесь. Видно, что занимаются с детьми, дети учатся, заинтересованы. Нужно правильно преподнести детям, что они хотят, чтобы они сами посмотрели и сами оценили. Хотим на самбо. Начнем сначала просто с самбо, а там посмотрим. Если понравится, то, как тренер посоветовал, можем перейти на боевое самбо. Там дальше видно будет. Ну, во-первых, это нужно и для города, и для родителей в первую очередь, чтобы дети у них не сидели только у компьютера и не ходили только в школу, но и занимались общефизическими упражнениями. Пусть из них не станут там великие спортсмены, но заниматься спортом, заниматься физкультурой – это обязательно необходимо. Тем более вот привели многие родители там 5, 6, 7 лет детишки. Они должны еще хотя бы час в день потратить и на физические упражнения. Это здорово. Это наши дети, и мы ими должны заниматься и вкладывать в них свою душу, свои знания. Я вот точно знаю, что в этом году пришло больше ребятишек, чем в том году. То есть родители начали осознавать и понимать, что их дети должны быть здоровыми. Ну, это, во-первых, и пропаганда руководства нашего, пропаганда администрации города за здоровый образ жизни. Это здорово, что и чиновники не забывают и приходить на такие праздники, приходить на дни открытых дверей. Они видят, и я думаю, на следующий год даже и в бюджете в городском заложат больше денежных средств на развитие наших детей, нашего подрастающего поколения. На днях Кстовский район посетила делегация законодательного собрания Нижегородской области. Цель визита – посещение социальных объектов города Кстова. Делегация посетила Международную олимпийскую академию спорта. В конференц-зале был проведен круглый стол, где обсуждался вопрос о развитии спорта в городе Кстово и Кстовском районе. Впечатление, конечно, самое наилучшее. Вообще визит, на мой взгляд, удался. Академия самбо – это своего рода еще один элемент на гербе Кстово, потому что, как говорили о строительстве завода, с которого город начался, так, собственно говоря, можно и говорить об Академии самбо, которая так же, как визитная карточка Кстово, но и другие виды спорта, которые здесь культивируются, те тренера и те ребят, с которыми мы встречались, разговаривали, общались, и на уроках физкультуры, и на секциях посмотрели, они лишний раз говорят о том, что Кстово не зря претендовало, претендует, и, наверное, является спортивной столицей Нижегородской области. Наша программа продолжает знакомить вас с видами спорта, которые развиваются в нашем городе. Сегодня наш рассказ о Кстовской школе художественной гимнастики. Художественная гимнастика – сравнительно молодой вид спорта. Своим появлением он обязан мэтром балета прославленного Мариинского театра. За небольшой срок своего существования этот вид спорта завоевал мировое признание и имеет многочисленных поклонников во всех уголках земного шара. С 1984 года художественная гимнастика – олимпийский вид спорта.
В России художественная гимнастика небезосновательно считается одним из популярнейших видов спорта. Неспроста на летних Олимпийских играх большинство чемпионов по художественной гимнастике – россиянки. Их имена знакомы всему миру. Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Ирина Чащина, Евгения Канаева и другие не менее достойные спортсменки. В нашем городе секция художественной гимнастики появилась в 2003 году, а в 2006 она стала одним из отделений детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Сначала секцию посещали 20 человек, но сейчас отделение художественной гимнастики одно из самых многочисленных. Около 300 девочек всех возрастов занимаются этим грациозным и женственным видом спорта. В секцию художественной гимнастики принимаются девочки от 4 лет, которые имеют допуск от врача. Со следующего года мы начинаем работать по программе с детскими садами. И в детских садах у нас занятия физической культурой будут проходить уроком гимнастики. На первом году обучения в спортивной школе у нас будет проходить уже отбор детей сразу. И сразу уже будет идти специализация в художественную гимнастику. То есть, чтобы подвести итог, у нас в детских садах мы детей отслеживаем, смотрим и уже приглашаем их к нам в спортивную школу. В начале спортивной карьеры юные гимнастки занимаются 2 раза в неделю по 1 часу. Но со временем нагрузки увеличиваются, и опытные спортсменки тренируются каждый день от 5 до 8 часов. Богатый опыт дает нашим гимнасткам активное участие во всевозможных соревнованиях. Соревнований у девочек очень много. На соревнования ездим регулярно. В месяц примерно это 2 старта. Вот сейчас у нас начался спортивный сезон, и девочки уехали на всероссийские соревнования. Лишний старт – это лишняя подготовка, это лишняя уверенность гимнастки в том, что она сможет сделать, к чему она идет. Поэтому мы стараемся принимать как можно больше участие во всех стартах, не только по России, но и выезды за границу. Сейчас планируется старт в Венгрии, дальше Чехия. То есть выходим на международный уровень и на международные старты. В Кстовской школе художественной гимнастики уже есть чем похвастаться. За эти годы в ее стенах выращены 3 мастера спорта, около 30 кандидатов в мастера спорта. У нас база, дальше они уходят в училище Олимпийского резерва. А из училища Олимпийского резерва, если девочка очень талантливая, ее дают в сборную России. И там, естественно, она добивается уже самых высот. У нас есть 3 девочки в училище Олимпийского резерва. Это Елизавета Щаговина, Мария Киселева и сейчас вот с этого года Елизавета Николичева сейчас там учится и тренируется. То есть вот Щаговина у нас на первенстве России, они в тройку входили в групповом. Кстовские тренеры Татьяна Исакова, Юлия Козлова, Ирина Зинурова стараются следить за всеми новинками и тенденциями в современной художественной гимнастике. У нас каждый год, каждые полгода проходят семинары. И то есть если тренер не прошел семинар, то не судить, ну как бы ничего дальше не получится, потому что в гимнастике правила меняются очень быстро, всякие корректировки вносятся в гимнастику, поэтому не следить за этим невозможно быть тренером на высоком уровне. Один из важнейших факторов успеха в современной художественной гимнастике – это хореография. Кстове за ее развитие и успешное применение отвечают профессиональные хореографы Светлана Теренинова и Ольга Черняева. Во-первых, это танцевальность. Во-вторых, это линии тела, грамотность, постановки корпуса. От этого, от школы хореографической зависят все элементы. Для них это неотъемлемая часть тренировки. Они понимают, что если ты не стараешься, не работаешь, не любишь заниматься хореографией, то на ковре, на площадке, где гимнастки непосредственно занимаются, у них не будет получаться элементов, потому что, опять-таки повторю, все элементы основаны на классическом танце. Очень большую поддержку кстовской художественной гимнастике оказывает администрация города и школа Олимпийского резерва. Хотелось бы выразить слова благодарности за предоставление условий для занятий начальнику управления молодежной политики
и спорта Собыниной Елене Владимировне. Также хотелось бы выразить слова благодарности спортивной школе Олимпийского резерва по самбо города Кстово во главе с Бойчук Иваном Юрьевичем и спортивному клубу «Феникс». Тренерский состав молод и энергичен, есть боевой настрой, есть зал, есть возможности. Наверняка мы еще не раз увидим наших спортсменок на самых высоких пьедесталах. В этом году нам предоставили другой зал, который может вмещать сразу на тренировке примерно человек 100. Соответственно, если у нас этот зал будет дальше или будут предоставлять такие же условия, то мы можем расшириться. Тренерский состав у нас укомплектован, поэтому мы детей ждем с радостью как можно больше. «22 сентября в городе Кстово пройдет Кстовский велофестиваль, посвященный 55-летию нашего города. Приглашаем всех желающих принять участие в велофестивале в качестве зрителей или участников. Торжественное открытие состоится в 11:30 в лесу на Пятачке. Программа велофестиваля – это показательное выступление велотуристического клуба «Спутник», встречи участников велопробега «Нижний Новгород-Кстово», соревнования по фигурному вождению велосипеда, соревнования по велотриатлону и кросс-кантри. Для всех участников и зрителей велофестиваля будет организован горячий чай и пирожки. А победителей и призеров соревнований ждут призы. Справки по телефону 208-67. Подошла к концу наша очередная передача. Ждем вас у экрана в пятницу, 28 сентября в 19 часов. Мы вновь расскажем о спортивной жизни нашего города. А на сегодня у нас все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!